Чтобы дети отдыхали не на больничной кровати, в пятницу в Иванове проходила акция «Безопасные каникулы». Ребятам из трех школьных лагерей рассказали, что можно делать, а что нельзя в ближайшие 3 месяца. Дети разбились на команды, всем им предстояло пройти игровые станции. Как вести себя на пожаре, если поранились или получили тепловой удар? Лето таит в себе множество опасностей. Работали с ребятами в этот день медики, сотрудники МЧС и ГИБДД. За 5 месяцев 2014 года в городе произошло 35 ДТП с участием детей. Пострадали 36 ребят. И только в 5 случаях дети стали виновниками аварий. Для родителей это очень напряженная пора. С чем это связано? Дети уже не в школе, они предоставлены сами себе. Поэтому не полениться родителям каждый день напоминать ребенку правила дорожного движения, напоминать, где ему можно кататься на велосипеде, где нельзя, чтобы он не повторял ошибки своих сверстников и был предельно внимательным на дороге. Ну а самим водителям тоже быть предельно внимательным, потому что мы сами понимаем, каникулы, дети могут оказаться в самых неожиданных местах,